Доброе утро, ребята. Я сейчас максимально прилагаю усилия, чтобы натощак выпить стакан воды. И еще я сейчас пью курс витаминов. Вот у меня вот такие вот три замечательные баночки. Так, здесь у меня витаминчики для роста волос, а также для улучшения качества сна и снятия стресса, и витамины для поддержания здоровья. В общем, в целом такой витаминный комплекс у меня получился. Лично мне внушают они доверие, потому что созданы экспертным советом специалистов-нутрициологов, то есть буквально собралось 100 ученых и коллективно разработали такой вот свой комплекс витаминов for Fresh Health. Я сейчас отращиваю волосы, как вы знаете, и поэтому вот эта вот баночка для меня прям самая крутая. Здесь тщательно подобранный комплекс элементов, который останавливает выпадение волос, ну и естественно стимулирует их рост. Пью я их вместе с едой, как и любые БАДы. Вообще, для чего вообще назначаются БАДы? Они назначаются для того, чтобы восстановить в организме человека недостаток каких-то определенных витаминов и микроэлементов. Дозировку, которую я принимаю, не превышает верхний доступный уровень суточного потребления. Вообще, у For Fresh Health как раз эффективная биодоступная дозировка. То есть я получаю сразу концентрат полезных микроэлементов, но прежде чем пить, я проверила эти все продукты на сертификаты и прочитала про качество. Так что я уверена в том, что сейчас принимаю для своего здоровья. Слушайте, я сейчас увидела на столе мерную ленту, а давайте я замерю волосы. Я как раз сейчас начала пить этот комплекс, замерим волосы, и потом, когда я закончу пить эту баночку, мы вместе с вами померим, насколько отросли мои волосы. Мне кажется, это крутая идея, что скажете. Кстати, сразу отвечу на вопрос, где я заказывала эти витамины. Я их заказывала на сайте For Fresh. Это онлайн-гипермаркет товаров, посвященный здоровью. Самый крупный и большой в РФ. Топ-1 на рынке здорового образа жизни. Так что теперь вот у них и свои БАДы они выпустили. Так что заходите на сайт и заказывайте БАДы. И будьте здоровыми. Ссылочку я оставлю в описании. А сейчас давайте все-таки замерим волосы. Мне прямо аж интересно, что из этого получится. Я возьму прядь волос прям вот у лица, чтобы уж наверняка. 22-23 сантиметра. Сейчас поближе заснимем и зафиксируем длину этой прядки. Мой пленник гуляет с моей пленницей. Вообще я всех держу здесь в заложниках, никого никуда не выпускаю. А еще как-то душновато стало, нужно приоткрыть окошко. Вот так на проветривание, чтобы духота выходила. Делаю чай. Че там? Здрасте. А у нас же кондиционер работает. Это чтобы ей душно не было. Духота такая в доме. Да. Я же приготовила завтрак. У нас омлет с луком и вот такие вот тостадос, хлебушек с Филадельфии, с авокадо и рыбкой. Сейчас доделаю чай и идем на веранду завтракать. Так, где у нас поднос? Подноса здесь нет. Куда он делся? Ку-ку, обезьянка! Hola. Hola. ¿Qué pasa? Está no me lleva el modo. Adiós, hasta mañana. Иван. Ты на моду сегодня приехал? Ну как сегодня день прошел? Хорошо. Хорошо, а что такой грустный? Грустный. Что
лучший, да? Стал. У нас волны, блин, качали. Что? Волны качали? Да, они уже стали. Хочешь, я смотри, какая-то. Ого, какая большая. Ребята, я такое классное видео сняла. Мне кажется, классно. Оно такое насыщенное эмоциями. А вот Анютка тут сидит, влоги наши смотрит и руку грызет. У нее прикол такой. Анюточка, не грызи, солнышко. Она кусает свою руку. Разные. И одну, и вторую. Надень очки, давай на тебя посмотрим в очках. О май гад! Это как... Ой, какая красотка! Ты смотри, какая ты красивая! Какая красивая! Ваня уже поехал за Ванюшей. Наверное, все-таки цветы уже пора выкидывать. Жалко так. Вот, ну вот эти розовые, вот эти светло-розовые, сейчас поближе подойду. Они просто как свежекупленные. Я в шоке. Вот эти уже все, уже повяли. А эти, ну просто нереально. Я честно, я в шоке. Хоть с собой их в Андору вези. И там засушить их. Так, Ванюшкины шорты валяются. Дё. Это мы так, видите, баррикада ставим по лестнице, чтобы не ходила. А еще у нас новая фишка. Аня, расскажи свою новую фишку. Точнее, я сейчас покажу. Что ты там хочешь? Что тебе? Что? Вот у тебя еще такие вот есть очки. Хочешь? Да, Ванюшкин, бери. Короче, у нас была авария на диване. У нас вот это окошко, которое для Пумы специальное, вот сама дверца, она почему-то отклеивается. В общем, Ваня тут пытается что-то сделать, и у нас получается, видите, дырка. И у нас Аня в эту дырку пролазит и сбегает на улицу. Эта красотка, я, когда она это начнет делать, если я замечу, я обязательно вам покажу. Ну, это что-то с чем-то. Ты видела? Хочешь пойти туда? Покажи, как ты это делаешь. Нет, дверь закрыта. Ну что? А как выйти из положения? Как? Покажи. Все. Дочь сбежала. Куда сбежала? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Доченька. Все, ушла. Давай, пока. А ты далеко? Далеко? Да, туда? А, ну ладно, хорошо. Угу. Так, Анюта, ты куда? Я хочу с тобой купаться. Кинечком, сейчас не получится. Почему? Потому что мне ехать, ехать нужно. Держите. Вкусный кофеечек. Подожди, с мамой потом. Я уеду, вы сможете сходить с мамой. Да, мама? Видишь? А почему вы не сможете? Ты не знаешь? Как был? Аня! А, здесь. Я уже снимала, как она была. А, да? Ага. У нас эта крышка плохо держится на силиконе. Я хочу немножко там переделать, потому что приклеили, использовали силикон. Он на стекле держится супер, но на самой этой пластиковой крышке он плохо держится. И там вообще оно как бы должно крепиться на шурупах. Но в стекло уж не закрутишь шурупы. Поэтому я там уже придумал, как я переделаю. Потому что я два раза... Ну, один раз ребята поставили, она отлетела. Потом я приклеил. Намного больше на нее склея. И все равно отлетела. В общем, там нужно переделать.
Как же тут классно. Вот сейчас на улице жара, а здесь сидишь и вообще не жарко. Мы с Ванюшей поубирались. Ванюшка помог мне убрать, точнее, он сам убрал за Анечкой все игрушки. Я пока занималась там посудой, на кухне убиралась. Ванюша теперь пошел спать. Ванюшка уже отдыхает, а я иду тренироваться. У меня сегодня тренировочка, так что я... О, у нас еще светло. Так хорошо, когда светло. Так что сейчас позанимаемся, и будет все чудненько. Потом сяду за монтаж. Сяду работать компьютер. А пока надо заниматься своим телом. Честно скажу, сейчас что-то так прямо так лениво. Так лениво. Но надо. Надо. Надо эту лень бороть и заниматься собой. Вот. Так что погнали. Ребята, мне так красиво. Так круто. Все светится, небо такое сегодня. Дождик моросил немножко. Самую малость в инстаграме засняла. Я уже умылась, я готовлюсь ко сну. Сейчас буду монтировать. Я сегодня еще сняла видео на бьюти-канал. И вот пока спать не хочется, хочу сначала сделать влог, чтобы уже он был у меня готов. А потом хочу помонтировать видео, которое я сегодня засняла. Завтра у нас просто день нон-стоп. Завтра очень много планов. Просто катастрофически много. И хочется это все успеть до того, как мы уедем в Андорру. И там мы будем собирать вещи и переезжать уже в другую квартиру. Вот, и я уже присматриваю кровать, которую бы мы хотели с Ваней. Мы уже давно ее хотим, но она у нас просто в эту квартиру, которую мы сейчас снимаем в Андорре, она туда не помещается, комната маленькая. Вот, и я плюс-минус определилась, в каком бы стиле, вот какой визуал мне бы хотелось видеть в этой квартире. Вот, потому что новый диван будем покупать осенью, и, в общем-то, мебель тоже там нужно, нужно будет Ванечке выстраивать комнату полностью, вот, и кровать ему выбирать, и места хранения игрушек, и, наверное, какой-то стол со стульчиком, потому что он сейчас все чаще и чаще любит рисовать, что-то делать. Вот тоже хочу посмотреть какие-то классные идеи и вместе с ним создать ему его комнату классную, такую прям, чтобы он кайфовал от этой комнаты, чтобы ему нравилось в ней находиться. Вот. Ну, у Анюты мебель есть, мы там ей наклеечки приклеим, все дела. Ну, то есть у нее прям спаленка, как спаленка такая. Она больше играет все-таки с Ванюшей, Ванюшины игрушки и так далее. Вот, ну, она еще просто маленькая. Я думаю, уже следующие года уже так не прокатит. У нее уже будет четко свое, мое, твое. Ну, в общем, как-то так. Ладно, ребята, буду с вами прощаться. Всем спокойной ночи и всем пока.